Галина Сергеевна, я не могу решить задачу. Вроде все понятно, но как-то запутано. Дай посмотреть. Так, Полежайкин, ну-ка быстро от тела от Васнецовой. Садись за эту парту поближе ко мне. Это лучшее место в классе. Не зря, значит, ношу его с собой. Ага, все понятно. Ну вот, чернила кончились. Полежайкин, что там у тебя? Шпаргалка? Давай ее сюда. Васнецова, ты, кажется, уже решила свои задачи? Убирай все со стола и жди конца урока. Нельзя ходить по классу. Тамара Ивановна будет ругаться. Отправлю Тамаре Ивановне смс-ку от имени директора. Ага, все понятно. Кажется, получилось. Меня вызывает директор. Скоро вернусь. Не вздумайте списывать. Я вижу сквозь стены. Скорее собирай бумажки. Попробуем восстановить шпаргалку из кусочков. Молодец. Галина Сергеевна, у тебя такие красивые буквы. Мы будем обмениваться после урока. Давай переписывай быстрее. Я вернулась. Не ждали? Время вышло. Сдаем тетрадки. Полежайкин, ты что это так строчишь? Не иначе пришло озарение. Поздравляем с новым рекордом!